левая сторона, левое крыло, она как-то дернулась очень сильно, чтобы обратила я на это внимание. Моментально она перешла это дергание на правое крыло, и самолет начал сильно качаться, как лодка. Как самолет уже столкнулся с землей, быстро передняя часть, как гармошка, именно верхняя часть, начиная, вот крыша начала сразу сжиматься. И я то, что запомнил, она прям шла волной в нашу сторону и остановился на 14-м ряду. Я на 15-м сидел. Крыло, когда уже наступил, сразу поскользнулся, потому что крыло было как-то у нас слишком скользкое, либо ледяное. И поскользнулся, обкатился, упал назад. И девушка вышла та же, все начали падать на заднюю сторону этого крыла. Когда ехал домой, я уже их обнял, поцеловал, потом только сказал, что вот так немножко была авария самолета. И даже родителям тоже не сказал. Родителям потом уже супруге сказал, можно горячее, потому что у нас там замерзли. Ноги были все влажные, да, уже замерзли очень до костей. Потом, да, чай попили, и уже я звонил родителям.